Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Дочки матери. Смотри, пандочка, сначала зеленый бублик, потом синий и желтый. Здравствуйте, малыши. О, какая красивая будет пирамидка. Здравствуйте, ага. Ня, не красивая, не будет, не пирамидка. Не хочешь играть в пирамидку? А во что хочешь? Угадай! Давай кататься! Плохая машинка! Фу! Бе! Может, порисуем? Что это с пандочкой? Тоже не могу понять, почему раскапризничалась. Наверное, она голодная. Во что же ты хочешь играть? Я уже играю в дочки матери. А зачем тогда ты капризничаешь? Потому что я малышка, а ты моя мама. Ну тогда капризничай, дочка. Чего ты не хочешь, доченька? Устала. Не хочу капризничать. А пирамидку собирать хочешь? Да! Смотри, зеленый бублик, потом синий. Как же ежику повезло, что у него теперь такая хорошая дочка. Или это пандочке повезло с ежиком? Капризы. Барашек. Расскажем малышам про капризулю? Нет! Слышим, слышим, близко-близко приближается каприска. С ней подружка капризуля всех приветствовать изволь. Капритопчик, капризоблик, капринытик, капривоплик. Нам капричио исполнял темпепресто. Бемоль! Не хочу, не буду, буду, нет, 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 нет. Буду, буду, не хочу я, да, да, нет, да. Не хочу, не буду, буду, я. Не хочу, не буду, буду, не буду, буду, нет, нет, нет. Буду, не хочу, да, да, нет, да. Не хочу, не буду, я. Не хочу, не буду, я. Мы прослушали капричо, уши ватой обложив. После этого капричо даже папа еле жив. Уходи скорей, каприска, забери своих друзей и верни нам нашу детку. Мы соскучились по ней. И верни нам
нашу детку. Мы соскучились по ней. Стройка. Здравствуйте, малыши. Вижу, у вас тут большая стройка. Здравствуйте, я строю дворец. А я башню. Привет. Крошик, ты что-то потерял? Мне нужно окошко для башни, но у меня его нет. Зато у пандочки есть. Эй, Крошик, это мое окошко. Но оно мне нужно. Ну и что? Оно мое. Пандочка, ты что делаешь? Беру крышу. Это крыша моя. Но моему дворцу нужна крыша. Пока-пока. Так некрасиво. Без окошка плохо. А пандочке окошко совсем не нужно. Крошик, что ты задумал? Ой, это мое! А это мое! Ну, Крошик, мне так нужна эта крыша! А мне нужно это окошко! Да, какая непростая задача! У тебя, Крошик, есть то, что нужно пандочке? Ага! А у тебя, пандочка, то, что нужно Крошику. Ага! Что же делать? Поменяться? Правильно, поменяться. Спасибо, пандочка. Пожалуйста, Крошик, и тебе тоже спасибо. Как хорошо, малыши, что вы смогли договориться. И теперь знаете, что делать, когда хочется поиграть с чужой игрушкой. Свое и чужое. Это мое, и это мое. А это не мое, это чужое. Это мое. Про правило простое сочинили вместе стих. Есть свое, а есть чужое. Есть свое, а есть чужое. И не надо путать их. Даже если очень хочется, аж ладошки защекочется, мы чужое никогда не будем брать. Да-да. Ведь и сами мы расстроимся, если кто-нибудь бессовестный вдруг возьмет без спроса наше поиграть. Ёжик, поделись совочком, пожалуйста. Не могу, он мне самому нужен. А хочешь вместо своего совочка мой мячик? Спасибо, не хочу. Я попросила и поменяться предложила, а ёжик все равно не поделился. Да, Нюшенька, это игрушка ёжика. Он не должен ею делиться, если не хочет. Давай. Это правило простое, про него сложился стих. Есть свое, а есть чужое. Есть свое, а есть чужое. И не надо, не надо путать их. Златовласка. Здравствуйте, принцесса. Да, волосы у тебя чудесные. А какие длинные! Не мешают? Нет. Может, в косичку заплетем? Не надо. Пусть прекрасный принц меня увидит и упадет. О,
Ой. И правда, ты не ушибся, барашек? Нет. Хочешь быть моим прекрасным принцем? Хочу. Тогда принеси мне корону. Корону сейчас поищу. Где же моя корона? Вот, пожалуйста. Спасибо. А теперь я хочу гулять. Хочу танцевать. Ой, что-то мне не кружится. Сейчас помогу. Ой, какой милый лес. Для гуляния принцесс. Нюшенька, погоди. Принц, принеси мне, пожалуйста, зеркало. Зеркало? Да, я хочу полюбоваться своими золотыми волосами. Хорошо, сейчас. Ой, ой-ой-ой, барашек. Это ты меня подстриг? Я. Так красиво. Тебе нравится? Просто они тебе мешали. Очень-очень нравится. Барашек у нас настоящий спаситель принцесс. Стрижка, у тебя новый друг, Нюшенька. Ага, Степка-растрепка. И мы идем в парикмахерскую. Есть у нас давно вопросики к вам, любимые волосики. Отчего, когда топорщитесь, вас никак не укоротить? Отчего вам очень нравится залихватски кучерявиться, безответственно лохматиться и повсюду щекотить? И девчонки, и мальчишки, всем необходимы стрижки, потому что мы без стрижки лишь лохма. Ты-я мартышки. Хорошо, что есть на свете укротитель колдунов, предводитель добродушных бродобрейских колдунов. О, любимый парикмахер, без тебя бы был кошмар. Превратилась бы планета навсегда в лохматый шар. И девчонки, и мальчишки, всем необходимы стрижки, потому что мы без стрижки лишь лохма. Ты мартышки. Чик-чик. 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 Неваляшка. Здравствуй, крошик. Привет. Ты от кого-то прячешься? Нет, я ищу, с кем бы поиграть. И как, нашел кого-нибудь? Никого. Ой, что это? Ух ты, привет. Хочешь поиграть? Ты в футбол умеешь? Так, стой в воротах. Я буду забивать голы. Молодец! А если вот так? Гол! Ой! Ты чего? Я тебя случайно толкнул, а ты... Эй! Я ведь и сдачи могу дать! Крошик, погоди.
Эй! Осторожнее, крошек. Ой! Футбол так не играют. Да, это уже не очень похоже на игру. Сейчас я ей покажу. Сейчас. Так, это будет щит. А это тоже пригодится. Крошек, тебе точно все это нужно? А как же? Вы видели, как она толкается? О, а это, чтобы напугать. Нюшенька, осторожно, она дерется. Кто дерется? Вот она. Не Валяшка, а по-моему, она танцует. И правда танцует. А еще она и в футбол играет. Молодец. А давай больше не будем ссориться. Правда, играть-то гораздо веселее, чем драться. Правда, малыши? Да! Не дерусь. Крошек, Пандочка, вы деретесь? Нет, мы играем, мы же друзья. Ни к чему нам, братцы, драться. Ни к чему нам, братцы, драться. Лучше просто мирно разобраться, а потом под гром оваций улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться. Ты не прав, я не прав, но не будем, милый, злиться и друг друга дергать за рукав. Я не прав, ты не прав, можно же договориться, несмотря на очень строгий нрав. Этот робот ведет себя очень плохо. Пандочку обидел, Крошику замок разрушил, Ёжику вертолет уронил. И что же вы будете делать, малыши? Дадим ему сдачи! Нет, вести себя как робот мы не будем. Пусть сидит один. Ни к чему нам, братцы, драться. Ни к чему нам, братцы, драться. Лучше просто мирно разобраться, а потом под гром оваций улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться. Капуша. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Куда это вы собрались? На Северный полюс убирать снег. Вот. Там очень холодно, и мы оделись потеплее. Молодцы. А ты, Юшек, почему не оделся? А я саночки искал. Ой, вы идите, я догоню. Ладно, Ёжик, мы тебя на полюсе подождем. Мы идем на полюс, там холодно и снежно. Па-па-па-па-пам. Так, это правый сапожок на правую ногу. А это левый ботинок, а надо сапожок. Бусинка красивая, на луну похожа. Ну что, собрался? Сапожки нашел. Давай скорее. Куда же я шапку задевал? В этой, наверное, холодно будет. А в этой? Выбирай быстрее, ёжик! Мы все тебя ждем! Теперь варежки. Ой! Вот теперь можно и на полюс. О!
А где же полюс? Ой, ежик, мы тебя ждали-ждали и весь снег убрали. Теперь здесь джунгли. Вот это да! А я саночки привез. Пойду переоденусь. Ежик, погоди! Ой, снег! Снова наступила зима! Надо поодеться, а то замерзнем. Не будем копаться, будем копать. Кто одеваться быстро умеет, тот и поиграть успеет. Одеваемся и раздеваемся. Крошек, по-моему, этот свитер тебе немножко великоват. Зато я могу его раз и снять. Мы одеваемся, мы раздеваемся, мы не торопимся и не копаемся. То одеваем, то раздеваем, вдумчиво ноги в штаны продеваем. Мы раздеваемся, мы одеваемся и ни над кем вовсе не издеваемся. То одеваем, то раздеваем, древним искусством овладеваем. Крошек, так и пойдешь на прогулку? Нет, я устал. Я тоже. Лучше я Мушеньку одену. А что? Хорошая идея. Комбинезон, сапожки, шапка, шарфик и варежки. Молодцы, малыши. Ура! С Мушенькой справились, а с Крошиком? Летом бы только все время купаться, было б совсем ни к чему одеваться. Но если грянет холодный сезон, ждет нас могучий комбинезон. Да, мы одеваемся, мы раздеваемся, очень стараемся и скоро справимся. Трудности, в общем, не так велики. Ну, разве только вот эти шнурки? Нюня. Здравствуй, пандочка. Принимаешь гостей? Здравствуйте. Да, это Нюня. Он пришел ко мне на угощение. Пиу-пиу-пиу! О, привет, робот! Привет, крошек! Ты тоже в гости? Привет! Да, здорово! Шлем и пистолет на стул и мой руки. Мы будем есть ягоды. Крошек, когда приходишь в гости, нужно со всеми познакомиться. Нюня, это Крошек. Крошек, это Нюня. Нюня, нет, это же робот. Я его давно знаю. Привет, Крошек. Приятного аппетита. Ага. Мы будем собирать пазлы. Я сейчас. Пазлы — это скучно. Правда, робот? Ой. Ой-ой-ой. Ой. О, это не я. Это все он. Нюня. Ах так. Тогда играйте с Нюней там, на улице. А в гости больше не приходите! А что это с пандочкой? Мы же просто играли! Верно, крошек. Только пандочка играла в аккуратную и вежливую хозяйку, а ее гости... были неаккуратными и невежливыми. Я так старалась! Они пришли, насорили, все перевернули! Можно к тебе в гости? Мы будем вести себя хорошо. Правда? Обещаем! Тогда заходите! Бы
Быть воспитанным гостем хорошо и приятно. И хозяевам, и тебе самому. Идем в гости. Здравствуй, барашек. А куда это ты идешь такой нарядный? В гости. Мы оденемся нарядно. Мы подарочки возьмем. Как приятно, как приятно. Нынче в гости мы идем. Мы придем и скажем здрасте. Как мы рады к вам прийти. Представляете, мы знаем, как в гостях себя вести. Если что-нибудь взять захочется, повертеть, поиграть, изучить, надо нам сперва разрешение у хозяев на то получить. Все друг к другу в гости ходят, чтоб друг друга навещать. Все друг к другу в гости ходят, чтоб друг друга угощать. Друг придет и скажет «Здрасте! Как я рад к тебе прийти!» Представляешь, а я знаю, как в гостях себя вести. Если что-нибудь взять захочется, повертеть, поиграть, изучить, надо нам сперва разрешение у хозяев на то получить. Космонавт. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Привет. Я не малыш, я космонавт. О, настоящий космонавт. Сядешь на ракету и полетишь в космос. Да, потом. А сейчас у меня тренировка. Крошек, а когда ты будешь тренироваться? Барашек, крошек уже тренируется. Космонавты тренируются на качелях и каруселях, чтобы потом в ракете у них не закружила их голова. Ого! Ага! Одному никак! Барашек, покрути! Я? Ну ладно. Быстрее, барашек! Еще быстрее! Лечу на ракете! Крошек, возьмись скорее за перила, ты можешь упасть. Я упаду! Я смелый космонавт! Барашек, быстрее! Ну нет, это опасно. Но, барашек, я же космонавт, крути! Ну чего тут опасного, барашек? Это же просто карусели! Барашек, как бы нам показать крошику, что на карусели нужно обязательно держаться? О, крошек, смотри! Ну и что? Опасно! Понял. А как же тренироваться? Безопасно. Садись. Держись, космонавт. Полетели. Летим. Жух, жух. Вот теперь за нашего космонавта можно не волноваться. Ведь безопасность – это самое главное. Безопасность на детской площадке. Мы на детской на площадке. Да-да-да. Здесь у нас свои порядки. Да-да-да. Здесь у нас свои порядки. Повторяем их, ребятки. Повторяем их, ребятки. Не толкаться, не пихаться и песочком не кидаться. С горки весело кататься, а не кубарем лететь.
стараться в луже попой не сидеть. Кружек, ну нельзя же так! Правильно, Пандочка, так нельзя. А как можно? Сейчас покажу. Повторяем вместе все. Эй, не толкаться, не пихаться и песочком не кидаться, с горки весело кататься, а не кубарем лететь. Ха! Улыбаться, кувыркаться и еще, конечно, братцы, если можно постараться в луже попой не сидеть.